Это первая трансляция. В смысле, первая трансляция? Это уже... У меня. 61-я, по-моему, трансляция. Нет, ну, короче. Короче, мы едем в галерею. Вот, я первый раз решил попробовать такого вида трансляцию провести. Не то, что там, когда, знаете, сидишь дома на стульчике или еще где-то, а именно, чтобы какое-то движение было, какой-то, как говорят, ритмичность. Знаете, не... Я сейчас здесь вот объеду людей. Вот. Короче, чтобы динамика хоть какая-то была. Вот. А в какой галерее едете? А в торговый центр галерея. А, ну в смысле, это так торговый центр в Питере называется, самый большой в Питере. Звук плохой, говорят. Ну, блин, ты, может, держишь плохо? А где микрофон здесь? Микрофон внизу. Ну, ладно. Вот. Какая у тебя машина, спрашивают люди? Вот такая. Вот, короче, машина. Вольво. Волво. Волво. И люди, короче, бегут тут смотрите. Вообще, да, интересно, мне кажется, такая трансляция. То есть, получается, как бы и мы что-то говорим, и можно показать Питер. Правда, стекла грязные, блин, но тут уж ничего грязная. Не поделать. Привет! Да. Эй! Но зато можно, я говорю, как бы совместить приятное с полезным. Я, насколько я вообще знаю Питер, а я его вообще не знаю, могу вам что-то рассказать. Это московские ворота, короче говоря. Тут пишут, я походу сзади тебя. На самом деле, ребят, в этом году очень красиво украшен Питер. Даже не Питер, а Невский проспект скорее. Ну, на самом деле, вообще город весь. Ой, а мы, может быть, кстати говоря, на мы Невский? Проедем сегодня по местам. И, может быть, да, я не обещаю, может быть, даже я сегодня проведу свою первую в своей жизни трансляцию, не знаю. Вот. Но это я так себя прорекламировала чуть-чуть, да? Давай, Константин, вещай, а то я инициативу на себя. Спрашивай вопрос, потому что я, честно говоря, хорошо. Сейчас... Мне сложно соображать, едя за рулем. Где Максимка? Максимка дома с бабушкой. Максимка с бабушкой и с дедушкой, да. Это же естественно. Естественно, да. Мы иногда оставляем его, чтобы отдохнуть, и чтобы бабушка с дедушкой могли побыть со своим любимым внуком. Вот. Привет из Челябинска, привет, я из Москвы. О, а сколько в Челябинске градусов? Да, Костя, передай привет Томик. Костя, передай привет. Передай привет, да. А может, это не мне, кстати? Наверняка. Может, ты какой-то другой там. А, Костя, ты собираешься снимать слабо? Я, честно говоря, уже не с таким рвением к этому отношусь. Тут чувак какой-то пишет, что сзади тебя. Да ладно, не но может круто. Быть. А на какой машине вопрос? На какой машине чувак или чувиха, я не знаю, кто. Человек, который сзади. В Москве очень холодно. У нас тоже, кстати, очень холодно.